Весело, насыщенно и познавательно провели прошедшее воскресенье в Бресте ученики Клейниковской детской школы искусств на кулинарном мастер-классе. Как приготовить чизбургер и слойку с творожно-фруктовой начинкой? Какие витамины и полезные вещества содержатся в продуктах? И как правильно называются ингредиенты каждого блюда? Об этом ребятам рассказали в доступной и увлекательной форме. Сегодня собрались 10 замечательных творческих детей, которые готовы поделиться с нами своими успехами, но мы, в свою очередь, хотим поощрить их приготовлением вкусной еды. Акцент нашего проекта делается на то, чтобы отблагодарить детей, приучить их к социальной жизни, научить их вкусно готовить, вкусной еде, чтобы они больше с этим знакомились и знали. Поэтому, в принципе, акцент нашего заведения для того, чтобы они больше проводили времени вместе, в команде и работали вместе. Организовали совместными силами маленький проект. Праздник для талантливых ребят, молодежный парламент Брещины, руководители кафе и гриль-бара «Проспект», а также директор Клейниковской детской школы искусств, которая и предложила идею маленького праздника. Сегодня у нас уникальная возможность, я безумно благодарна за такую возможность поощрить детей. Сегодня у нас именно талантливые дети нашей школы, из них еще есть детки, которые воспитываются в многодетных семьях, и это возможность их поощрить за их таланты, за их труд, за их успехи. Именно вот эти дети, которые присутствуют сегодня, они участвуют в районных, в областных, международных, республиканских конкурсах и завоевывают какие-то грамоты. Возможность вот так собраться вместе, весело и с пользой провести время у этих ребят появляется нечасто. Ведь каждый из них, помимо общеобразовательных уроков, изучает сольфеджио и музыкальную литературу, а также с успехом осваивает игру на музыкальных инструментах. Нам сказали, что ты совсем недавно, буквально 2 дня назад, приехал с какого-то конкурса. Можешь рассказать? Я приехал с Минска. Я там выступал «Хрустальный Василек». Играл на саксофоне и выиграл лауреат второй степени. Расскажи о сегодняшнем мероприятии. Что вы делаете и как тебе здесь вообще? Мы сегодня делаем свою запеканку, можно сказать. Точно запеканку? Нет, я забыл. Нравится делать вот эту бабочку. Из слоеного теста, творога и всяких фруктов. А дома такое делала когда-нибудь? Нет. У тебя есть братики или сестрички? Да, 2 братика и 1 сестричка. Научишь их готовить так вкусно? Попробую. Мне очень хотелось, чтобы нас чаще приглашали в мастер-класс. Всем без исключения ребятам понравился кулинарный мастер-класс. Ведь каждый из них впервые готовил самостоятельно целых 2 блюда из любимого детского меню. Ребята даже выучили рецепт наизусть, чтобы повторить его дома. А оценить вкусовые качества приготовленных блюд можно было сразу в веселой компании и с чашечкой ароматного чая. Очень вкусно. Обалденно вкуснятина. Вкусный. Спасибо! Людмила Лагодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.